Значит, завтра. Ой, нет, нельзя наступать. Вот же сика. Очередное мегаменовское дерьмо. Подожди 100-500 секунд, пока лазер проедет. Да. Да ну. Да чё? Как? Да конечно. Ты что, блин, прикалываешься? Так, вон, чекпоинт. Да не надо, в принципе. Чё-то морочиться будешь. Забава-то какая. Прям забавная. Нихуя. Окей. О боже, что это, блядь? Ёпта. Стоило так жопу рвать. Не.
Спасибо. Ёбаная ты хуйнина. Да чего, три раза бьешь, четыре раза бьешь, сколько ты раз бьешь, не пойму. Окей. Ты кто, здорово? Пока. Это ворзай. Позади часть этого уровня была какая-то слишком странная. Прям ядрить какая странная. Не знаю. Что вот так просто? Так, Эликмен. Со времен первой части, мне кажется, или как, с первой, да? В первой он был. Хм. Чё, ну ладно. Чё опять началось? Окей, понял. А, это Фьюзмен. Ебать, он что, конька бежит, что ли? Есть тут пропасть у вас? О, шипы. Годится. Я знаю, что не выход. Но сохраниться надо. Это больше на Соника похоже. Ну, не знаю. У нас есть один, да? Да, я шор. Это за чижик был. Так, я почувствовал скольжение небольшое. Во, вопрос. Ты смотри, блять, не убиваются. Что же за прикол-то? Сика.
Тволики! Вы стреляете морковкой. Воу, началось, ёпта. Ууу, Ниндзя Гайден, блин. Эй, шурупы мои, ёпта. Ну ладно. Сука. Мне нравится это. Типа это... Ловушка. Так, на Б можно отозвать, да? Был. Как там дела с освобождением места? Какой день ты сказала мне? Я что-то забыл. По поводу твоей игры. У меня есть место для этой игры. Интересный уровень. Интересно. До завтра. Okay. Был. Я чуть не уловил. Ну вот я, блядь, чувствовал, что будет в обратную сторону. Ага, здесь еще ветер меняться будет. Окей, блядь. Эй, да ну! Кончилось. Так, а можно? Чуть-чуть. Ты сама не знаешь, что это? А что ты тогда подарила? Был здесь. Пека закаляка. Да я не особо люблю современный хоррор. Вот проблема, да? Обойдусь без этой штуки, да? Я, в принципе, одну купил. Но тебя еще, блядь, здесь не... Кыш. Конечно. Да. Пошел и взял.
О! Тара-та-та-там. Тара-па-па-ра-па-па-ра-п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 а-
Oh shit! Твою мать! Вы как себе вообще? Вы чё? Блять, да в смысле чекпоинта не было вообще никакого? Ты, блядь, ебанутая игра, блядь, или где? Это нормально вообще? Я, конечно, могу сказать, типа, нет, зато ебанка. Ну, блядь, чё, в смысле, нахуй она мне? Уровень-то говнина. Ну да, ну тебя нахуй. Ладно. Окей. Почему мне эту мелодию напоминать, не могу понять. Та-та-ра-та-рам. It's showtime! Еба! Еба, как красавец приехал, нахуй, элегантный, блять. Чем мы тебя будем бить, блять, скажи мне. Электричеством мы тебя будем бить, да? Блять, да в смысле? Чего, блять? Идешь-то нахуй. Это Фальгар. Okay.
А этот парень Торч. Уровень кемпинг. Что, блядь, палатка дамажит? Алло. Палатка дамажит. Что же в ней такое-то, блядь? Просто упала. Нормально. Ой, тут прокси есть. Класс, давай. Уи! Я! Как? So good to see you, sir. Okay, Mega, what'll it be? Are you sure? Да. Ta-da! Already. Good luck out there, Mega. Эй, сохранился. Вон. Комнатен Кокер прошел. Хорош. Я не особо в стратегии играть люблю. Ёбуш. Блядь, я угадаю, если я его убью, он потухнет, не? Это шо за покемон, блять? До свидания. До свидания. Ебать, привет, нахуй. Да, тут еще магаз есть. Что за сравнение мне тут? Звучит как какие-то спойлеры. Не надо так. Бля, нет, стой, тихо. Да тихо, блядь, прыгай. Ну, теперь, блядь, пора. Пора не трогать сову. Как чувствовал? Okay. Я, блядь, эту игру не понимаю, реально. Ты пиздец какой, ты видел, сколько я шел? Вообще никакого чекпоинта не было. Ты охренел вообще играть, для чего? У меня такой стресс, я там, блядь, так бежал, ну, камон. Я, блин, ну ты чё? Кастрюлькин.
Не. Здорово. Чижик. Хорошо, хорошо. Фух. Блять, это что, казан, что ли, какой-то? Или кастрюля? Что это такое-то, блять? О боже. Пизда рулем, блять. Ну, может быть, оно того и стоило. Не знаю. Плевать. Да ёбаный рот. А, жесть. О, окей. Так, ну-ка, сохраниться. То, чтобы я не люблю стратегии, у меня просто в них не получается играть. У меня вся стратегия сводится к тому, что я беру лучников и все. И у меня вся армия состоит из лучников. Все. Вся моя, блядь, стратегия охуительная. Во всех играх. Я его убил-то.
Блять, прыгай. Да иди ты в жопу, блять, какого хуя-то? Алло. Вот что это было? Я его убил, блять, откуда ты нахуй хуяк дамаг прилетел? Ну заебись, ёпта. Блять, иди нахуй, Capcom, пожалуйста, со своими вот этими вот отличными, блять, хитбоксами. Какого хрена вообще? Не, ну серьезно. Да неужели, ёпта? Вот только, блядь, про... Проблема в том, что это жизнь последняя, да? Да ты, мать твою, серьезно? Ну не начинай, игра, пожалуйста. О, ужас. Босса, давай, блядь, быстрей. Да ты чё, серьезно, блядь? Да ебал я рот, иди ты нахуй, чё ты там, блядь, сука? Ну чё за бред? Ну это нечестно. Да нихера нечестно. Ты пропустил начало. Первые два веселых часа. Когда у меня на каждом уровне игра зависала, я просрал час прогресса. Это во-первых. А потом я просрал и второй час прогресса, потому что игра зависла. А сохраняться нужно вручную. Причем после каждого гейм-овера. Только если. Нормальная тема. Чё? Чё происходит-то, блядь? А, это так должно быть? Ладно.
Короче, не весело было. И из-за этого, блин, какое-то особое мнение сформировалось об игре. Хотя игра вроде-то и неплохая. Но, блин, осадок уже остался. Блять, ну пожалуйста, прыгни! Блять, беги! Мать твою! Да камон! Блять, я ненавижу. Ублюдские просто хитбоксы, блин, в прыжке. И у некоторых платформ. Ну как у некоторых, у всех. Они почему-то длиннее, что ли, я хз. Заебись. Огонь. В прямом смысле. Не хочу с тобой драться, отстань. Ну все, пизда, труп. Игра огонь. Я не могу настроить управление, как мне нужно. Меня это бесит. Мне на геймпаде неудобно играть. Я не чувствую какого-то точности управления. Я лучше на клаве играл, но, блядь, все кнопки, которые я хочу установить, они используются по умолчанию. И поменять их нельзя. Ну... Это очень грустно, короче. Блять, ну что ты дел... Ну вот, блять, чего? Я вниз нажал, блять. Боже, блять, игра, как ты достала уже, реально. Я нажал вниз. Ну вниз я нажал, ну, блять, ну не виноватый, что аналог, блять. Хотел проверить, можно так делать? Можно. Ну это просто какое-то издевательство.
Вот что я все это время хотел сделать. Нужно столкнуть. Давай, пока. Пизда руля. Да иди ты нахуй, мелкое говно, блядь. Чего ты начинаешь? Да прыгай, ну. Да ну ёп. Ну конечно, вы еще респаунитесь, да, блядь, огонь. Как же иначе-то? Сика. Как нас не накрыло-то, блядь, этой волной. Так, не увлекайся. Огонь, огонь, голос. Ха. Ишь какой, блядь. Все кончилось. Да, давай на всякий случай. Я не знаю. Моя атака моя атака была сильнее. Фух. Последний остался. Дальше что будет, я вообще без понятия. Так, а при чем здесь Баки Охар? Что-то я... Ёпт. Ни хрена. Баки Охара проходили. И на обычной сложности, и на харде. Так. Есть у вас тут ямы? Весь уровень закручен на том, что здесь будет все взрываться, да? Ясно.
Да ну ёпт, с самого начала. Даже чехонь не было никакого. Бля, чё тут ям нет у вас? Убей. Убей меня. Конечно, дурдом полный. Что мне этим приходится заниматься? Так, давай. Да давай, чё нет. Да. Ещё раз. Что за парц? Меня пугает. Это что, столько уровней еще будет? Или что это? Я бы он лучше в ту игру поиграл, которая на заднем плане. Blast Man Adventure. Вот это нормальная тема.